Привет, меня зовут Никита, и сегодня я вам покажу мимы, самые смешные, надеюсь, подобрал, из книжки «Приключения Пифа», «Новые приключения Пифа». Начинаем. И первая страница уже что-то смешное. Это не я, что это такое? Вот и первая история, верный сторож. Сторожу хорошенько пиво, говорит тетя Агата. Вот это вот тетя Агата, а не вот это. Это пив. Ла-ла-ла. Пришел молодежь тут тусоваться. Злой охранник никого не пустит. Ну-ка, выходите все. Пив, что ты тут натворил? А что тебе сказала бар сторожить? Я когда меня заставляют в 3 часа ночи убираться. О, листья! Интересно, какая? Ла-ла-ла, сейчас я бобыром уберусь и спать буду. И еще одно. Кот в клетке. Кот не птица. Так. Мяу-мяу-мяу-мяу. Ой, а как я туда попался? Каким образом я там оказался? Да. Мода — это жертва. О, другое дело. Это новая мода. Что опять вы вытворяете? Сторожи хорошенько пив. За Россию! Не-а, мое. Я сам один пойду. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, я иду, они дома остались. Вот что называется, дети остались дома. Так, это не смешно. Опять, что это такое? Да тетя Агата, что я ей сфера услуг? Да, у меня есть одна идея. Ну-ка, иди давай сюда. Что это такое тут? Пиф, это ты, что ли? Сейчас я приготовлю свежую яичницу. Ля-ля-ля, какая будет вкусная у меня яичница. Тем временем яйца побежали назад. А где яйца? Бе. Да, ничего себе так не приготовил. И финальный совет. Как научиться кататься на коньках. Пара коньков — это так себе. Дайте мне еще, пожалуйста, коньков. Ла, халлуя, 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 халлуя. Да, Пив, конечно, станет теперь чемпионом. Все, с вами был я, Никита. Всем пока. Не забудьте подписаться.